Больше 3000 компаний из 65 стран участвуют в международной выставке потребительских товаров, которая открылась в китайской провинции Хайнань, в городе Хайкоу. Она проводится впервые после отмены ковидных ограничений. В этом году главная тематика – разумное потребление, а цель – открыть китайский рынок для большего числа иностранных предприятий. Среди представленной продукции около 1000 наименований товаров демонстрируются впервые. Мы представили на экспо различную продукцию, к примеру, профессиональный переводчик. Он переводит на 83 языка, может быть использован в более чем 200 странах мира. С ним не страшно отправиться в любую точку мира. Как видно, скорость перевода очень быстрая, точность почти 100%.